громко. Конкретная цель. Сейчас тут закрываемся. Власти ввели повышенные ограничительные меры. Есть большое опасение, что они ведут дистанционный формат образования, как было не единожды, да, во время пандемии. Вот. Мы считаем, что дистанционное образование – это не будущая мера борьбы с пандемией. Неизвестен вообще эффект устранения болезни, но он приносит очень большие издержки, огромные вообще, колоссальные издержки. То есть это проведены серьезные фундаментальные исследования, ученые, которые показывают, что вот даже этот небольшой период самоизоляции детей, да, закрытие их дома, отрыв их из коллективов, от живого процесса образования, обучения, нанес большой ущерб и образованию, и воспитанию, и личности, да, и психическому состоянию. Вот, поэтому мы считаем, что такие издержки не должны как бы допускаться. Да? Это слишком большая цена за сомнительную меру борьбы с распространением коронавируса. Есть в жизни общества такие вещи, которые нельзя прекращать никогда. Допустим, никогда нельзя оставаться человечным, да, принцип человечности. Никогда нельзя отказывать медицинской помощи человеку, который нуждается в этом. Нельзя нарушать охрану правопорядка, даже если происходят какие-то пандемии, что бы ни было. И вот мы считаем, что образование относится к этой же сфере. У нас в городе школы работали, извините, когда город был разрушен в 1943 году, ничего не было в городе просто. Были, между прочим, была и заболеваемость очень высокая, потому что отсутствие какого-то санитарных условий. Школы работали, дети сидели в зданиях, которые были разрушены, бомбами, и учились. Вот, неужели для нас текущая какая-то сложная ситуация станет причиной, чтобы закрывать школу? Мы считаем, что это в корне неправильно.